Мебельный салон «Диванчик». Мягкая и корпусная мебель. Прихожая, детские, гостиные, спальные гарнитуры. «Диванчик». Предлагая мебель, создаем уют. В садик на работу собирается семья. Все так замечательно. Радуюсь и я. Папа улыбается. Мамочка поет. Ведь такси «Омега» у подъезда ждет. Такси «Омега». 333-333. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. Спонсор прогноза погоды – мебельный салон «Диванчик». Откройте для себя целый мир мягкой и корпусной мебели «Диванчик». Предлагая мебель, создаем уют. Улица Карла Маркса, 106, второй этаж. Вы цените свое время и не привыкли опаздывать? Тогда такси «Омега» – это ваш выбор. Моментальная подача автомобиля, низкие цены и удобный сервис. Такси «Омега» – всегда вовремя. Телефон службы заказа 333-333. А теперь о прогнозе синоптиков. В пятницу позиции азиатского антициклона на Урале будут усиливаться, благодаря чему вероятность осадков на большей части Зауралья пойдет на убыль. Лишь на севере региона стараниями уходящего циклона кое-где пройдет снег. В Екатеринбурге и Тюмени минус 9, минус 11. Челябинске минус 11, минус 13, без осадков. В Кургане ночью малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха минус 20-22. Днем в Кургане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха минус 15, минус 17. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 миллиметра ртутного столба. 30 января солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!